всем привет. Если произошло нарушение или травма, игра все равно продолжается. Поэтому не попадайся мне. Я понял, что это комедия. Так, получается, сделай шаг влево и бросить сюда, это два раза наступал в обязки Артемия Панарина. Братан, что в натуре? Забивать с Божьей помощью. Здарова, друзья! Арена PlayStation. Сегодня будет мастер-класс Артемия Панарина. Также много звезд, много НХЛовцев, много приглашенных гостей, с которыми интересно будет поговорить. Займемся этим делом, постараюсь все это сделать максимально удобоваримо, чтобы вы ощутили чуточку энергии, которая здесь происходит, и как будто побывали здесь. Прежде чем вы увидите это видео, не забудьте подписаться, иначе вот это все, получается, я делаю как бы напрасно. Подписка очень важна во всех соцсетях. Это пусть и YouTube, Рутуб, ВКонтакте и Telegram. Даже можно заглянуть в Instagram, если хотите. Привет, подписчики канала Александра Голубкова, Slapshot. Slapshot, kicked away! Вань, в том году был благотворительный матч, да. Сейчас мастер-класс, как считаешь, есть потери в эмоциях? Кстати, хороший вопрос реально, потому что я думал об этом, и вот как раз когда вот мы сейчас с тобой были в раздевалке, тоже такой, словил такой момент флешбека, да, вот с прошлого благотворительного матча, и такой, блин, ну вроде почти то же самое, слушай. Да, потери, конечно, есть, но вот по атмосфере, вот по этой, наверное, какой-то вот душевности, и вроде все то же самое, да, конечно, меньше чуть масштаб, потому что в прошлом году, ну, реально Овечкин, Панарин, там, Шипачев, Радулов, там, ребята известные, много-много было классных игроков. Ровно год назад невероятным, чудесным образом мне очень помог Виктор Комаров. На его голове, на его шлеме была прикреплена камера, он снес Овечкина. Привет, здравствуйте, очень рад снова вас видеть, надеюсь, вам понравился предыдущий выпуск, и в этот раз решили повторить. Я знаю, что ты хорошо разбираешься в спорте, поэтому начнем. Кто стал чемпионом мира в этом году? По какому виду спорта? Ну, дартс. Какой-то ирландец или шотландец или британец, что-то такое. Вот там, где они этим вопросом занимаются. Основное отличие американского футбола от регби? Я точно знаю, что в регби, если произошло нарушение или травма, игра все равно продолжается. Удельный вес ртути? Допустим. Раз, два, три, и все выходят на мастер-класс. Детишки, я думаю, счастливо готовы. Виктор Комаров будет тоже их учить. Моя станция называется «Чувство юмора как защитная реакция от провала в хоккее». Если вы в какой-то момент поняли, что не идет бросок, и катание, перестроение со спина лицо тоже не получается, пожалуйста, подходите. Мы это весело обшутим, и вы пойдете домой с хорошим настроением. Будем веселиться, на самом деле, с ребятишками, потому что мы уже здесь увидели огромное количество больших, серьезных тренеров, которые будут ребят нагружать, подсказывать, беги больше, бросай дальше. А мы здесь для того, чтобы ребятам было просто весело и кайфово, чтобы они от хоккея получали удовольствие. Что за моветон? Почему на льду босиком? Блогеры, что поделать, которые не играют в хоккей, но рассказывают про хоккей. Ребята, ну мастер-класс. Я только что так больно ударился об борт.
Мастер-класс очень хороший, дети счастливые, потому что я стоял в паре с Артемием Панариным, и у мальчика был вариант отдать Артемию, либо мне. Ну, я не получил этой шайбы. Наконец-то можно не вокруг льда бегать, а даже на льду. Есть свои идеи о том, что надо делать в случае, если мы забьем. И мы тут придумали, как будем праздновать. Одна из задач – праздновать очень долго. С другой стороны, у меня есть вопрос. А как мы будем забивать, Вить? Так, а мы во сколько играем по времени? Нет, имеется в виду, мы 3 на 3 или 4 на 4? Или 5 на 5? Мы же на половину поля играем. Я не знаю. Нужно 3 стратегии, да? Да. Так, я вообще предлагаю, значит, забивать с Божьей помощью. Я предлагаю просто верить. Этого вполне достаточно. Вот давайте все представим, как будто мы забили. Только все давайте представлять будем. Вот. И все. Это не воля. Это не воля, оказывается. Нет, это не... Тём, я сразу с вопросами. Я как бы заметил тенденцию, как любят журналисты. Они начали, увидели кнопочный телефон, все задают. Увидели, ты постригся, все задают. Поэтому на этом фоне я решил спросить другое. Удельный вес по ртути. 300 грамм. Самый лучший день в твоей жизни на этой неделе? Сегодня. Ну и самый невероятный финт в американском футболе? Вот. Братан, чё в натуре, а? Сань, мы в разных лагерях с тобой сегодня. Да? Да. Поэтому не попадайся мне. Витя, давай сразу включим сейчас. А то вдруг что опять будет веселый, как тогда с Панарой. На самом деле, когда я вот играю уже, получается, в Питера, вот уже отставшие, то есть ребята не очень большие. Так туда пойдет. А это есть такой канал Slapshot. Slapshot, ну по-английски ты знаешь, да, это щелчок. Вот, я, кстати говоря, не знаю, как по-английски, с кистей. Вот есть Саша, вот Саня, вот он есть. И у него канал, это он популярный в России канал любительского катания. Пусть вас всем привет. Да, я просто вам поздравляю, всем здрасте. Мы очень нужны на главное вбрасывание в разные шайбы. Давай, я могу. Ну, на шайбу, наверное. Обычно здесь была бывает шайба. Я сколько раз видел, там была шайба. Give me puck! Шайбы давай. А что делать? Блин, ну дайте шайбу. Дай! Да вот, да. Да, все, друг, давай, все. Готовы? Алло! Алло! Дай поесть! О, я так тоже умею. С GoPro камеры будем играть вдвоем с Виктором. И отличить наши кадры можно по выступающему визору. Но такое различие кажется не очень заметным. Поэтому на первых кадрах с камеры Виктора в углу появится наглый комар. А на кадрах с моей головы дерзкий голубь. Атмосфера праздника. Больше хоккея. Больше эмоций. Оп! Все, и вот я. С Артемием на льду. Надо было бросать. Вить, ты что со льда ушел? Испугался? Не, я устал. Что, я? Да. Джун. Аэродинамика. Это просто
в гости. Два раза наступал на пятки Артемия Панарина. Один раз заставил даже его отброситься. Не уверен, что он знал, что я рядом. И успел меня заметить, но я старался. Так, Кирилл, для всех подписчиков восстановительные упражнения во время смены каждого. Что ты делаешь? Как ты дышишь? Без разницы. Главное не переиграть. Потому что если переиграть, то потом победим. А так, реально. Все, самое главное. 20 секунд смена. Что говоришь, реально 20 секунд смена? Нет, я слышал про 40 секунд. 40 секунд. Отпускаем 4 в 0. Это не провал, это тактика. Я на месте, Джонни, я на месте. Наша тактика. В футболе есть искусственный офсайд, здесь есть искусственные 4 в 0. Мы специально расположились на площадке таким образом, чтобы соперник смог выйти 4 в 0. Джонни на месте, мы его подстраховали, шайбу отыграли, контратака, гол. В книжках о таком не напишут, поэтому конспектируйте, пользуйтесь. Что ж такое, ну она была вот здесь. Не, ну это просто невезение, на самом деле, это просто, да, не пиздо. А я вот подмышку ему смотрел, потому что он большой, я такой, я в угол не поводу, а подмышку вроде побольше. У тебя клюшка, если здесь, то что ли, да. Вот сюда, в этот треугольник, да. Они обычно не реагируют. Ага. Если сейчас вблизи, то есть выгодился, вот сюда это гол. Все, я понял. Да, потому что ловушка, я знаю, они специально вытягивают, чтобы притягивать тебя, типа, психологически. Если мимо просто получается сделать шаг влево и бросить сюда, это...
хоть что-то, оставь ее! Блин, проебал, мой борт, мой борт! Дорогие друзья, вот и прошел матч. Мы вели 3-0, потом они сравняли 3-3. И в итоге с передачи Павла Маркинана, я не видел кто, по-моему, Антон Королев, сделал 4-3. На этом товарищеский матч был окончен. С вами был Виктор Комаров, специально для YouTube канала Slapshot. С собой? А нет, я в одну GoPro записываю. А, Володь, я видно, да? Да. Фоткаешь с нами, с друзьями? Конечно же. Мы удивились, я видел в форме, но ты прибавил с прошлого сезона. Да, спасибо, я старался. Я, честно говоря, немножечко ущемляю эго, когда ты не можешь добежать до смены. Молодец. Я каждый год все лучше. Спасибо тебе огромное. Ты сегодня тащил что-то, как будто на смотре был каком-то. Как будто сегодня что-то решался, какой-то контракт. Ну и по классике закончим это видео на льду. Сейчас, как раз послесловие, все фотографируются, расходятся. Ну, очень круто, конечно, бывать в таких мероприятиях. Очень здорово, что такие мероприятия проводят, мероприятия, несмотря ни на что. Спасибо большое Арене Плей. Отдельное спасибо Артемию Панарин, что приехал, что провел. Было очень круто. Спасибо. Подписывайтесь. Slapshot.